Иван Семигеев. И еще раз нам совсем по-другому. Избранные авторские катраны, написанные семистопным хореем. Исполняет автор. Если ты, по сути, вовсе не дурак, хорошо бы ты узнаешь, где зимуют раки. Только лишь тогда, когда на горке свистит рак. Душу надо тщательно от зависти беречь, чтобы она в отраве этой страшной не промокла. Просто надо помнить, есть у каждого свой меч. Меч свой есть у каждого, и даже у Дамокла. Когда воле нужно, точно можно отдохнуть. И в делах его великих можно ставить точку. Долго он держал на облачным вершинам путь. И теперь сумел залезть на кочку. Еще двух принципов хотел бы я держаться. Делай то, что должен, ну а дальше будь что будет. Побеждать не обязательно, важнее сражаться. Чем-то нежным надо бы и действовать нежнее. С грубым же мы быть должны, как правило, грубы. Чем твои остроты тоньше, тем тебе сложнее. Ими в разговорах пробивать тупые лбы. Но вот вопрос, что в женщине достойно почитания, что является ценнейшим свойством и чертой. Для меня всего дороже будет сочетание красоты наружной с нравственной чистотой. Терпеть должны, терпеть уметь. По взаимоотношениям братья льду скользя. Например, за тем, чтоб не пришлось потом терпеть то, чего уж точно нам терпеть никак нельзя. Мне не надо вовсе, чтобы враг просил пощады. Мне не надо на руках моих следов помады. И я прошу Творца одну возможность только дать. В целом то, что созидаю, людям передать. Раньше всяк еврей своей святыни чтим был рад. С маной и скрижалями ковчег завета ныне. Ныне наблюдаем, что малеванный квадрат — самая важнейшая еврейская святыня. Сострадание не у Бога. Сострадает он, но тонкость надо здесь отметить. Кто страданий мужественно терпит слишком много, у других страданий мелких может не заметить. Лезть порой от правды отличить весьма непросто. И в сердце узнать врага не просто здесь за срока. И если лезть как правда и почти такого роста, чувствуй, если вязнешь в этой патоке потока. Живер герой растет в страданиях, слава чем страдания. Ну а тварь дрожащая страданиям не рада. Для нее ведь всякое страдание наказание, а для сверхгероя ради дел благих награда. Париса, то ничтожество, чья психика повреждена. И для Супермена просто бешеная крыса может быть опаснее медведя-шатуна. Вечно нагло получает соловья-осел. Видимость при этом создают порой так рьяно, что казаться может не осел, а на орел. И не соловья он получает, а барана. Поведение легкого последствия бывают. Тяжелы так косточка собой сменяет мякоть. Вот и после жизни сладкой люди не зевают. Ведь за жизнь за сладкую придется горько плакать. Болезнь
заболели, о себе мне более, чем есть на самом деле. А других же все сильнее, лишь себя любя, меньше, чем те люди представляют из себя. Вряд ли хорошо существование бесславное, вряд ли жизнь удачная, коль плоха-то по всему. Только что все было хорошо, отнюдь не главное. Главное хорошим быть по сути самому. Кто над облаками в синеве небесной чиса, ползающих по земле отнюдь не осуждаем. А рожденный ползать часто ползанием кичится, и рожденного летать он ползать принуждает. Ждет вдруг отползучий, все же добрым сможет стать. Но рожденный ползать с неискоренимой тягой, он рожден, чтоб жрать венцов рожденного летать. Слава Богу за возможность в облаках носиться, благодать великую, идущую к уму. И когда хоть что-то может людям доноситься, слава Богу и благодарение Ему. Кто как Бог летает, то быть может Богу равным. Самый крупный мал настолько, что и не сравнить. Но он любит всех, и каждый должен знать о главном. Ползаешь, летаешь, не стремись добро творить. Паук слетает сеть, там, где мухи нет и быть почти совсем не может. Муха ищет грязи, это грязное создание, и никто от этой страсти муху не отвадит. И если же сполна на свете, что ее желание, не считай, что та она чистая, потом не сядет. Вот оса кичица среди жужжащего народа, волосло и в жизни клоказно имеет лоск, но она не соберет, как пчелка, много меда, и она не может делать настоящий воск.